Проповедно, что говорит Екатерина. Экскаватор, все было переполнено, а теперь выследовали лесенку. И теперь идем по лесенке. Вот такая вот лесенка. Здесь все сразу прекратилось, а то было не проехать. Решили заменить, видно, бесполезно. На этой лесенке было ездить. Вот такая вот лесенка. Вот такая простейшая станция. Красоты уже никакой. Когда же она интересно строилась, надо посмотреть. Самая, наверное, простейшая станция. Пока. Мы вас не будем.